Как прошла смена? Все хорошо? Боже мой, спасибо большое, приятно слышать. Ты запомни, милая, я люблю тебя. Лучше не бывает, это супер, это здорово, ребятушки. Я очень рада, что у вас все хорошо. Настроение должно быть на 100. Николай, ложитесь тогда, отдыхайте. Я надеюсь, мы еще с вами встретимся и увидимся, так что давайте, ложитесь, отдыхайте, спите. Good morning, everyone. Glad to see you. Город Алматы, с вами приветствую на связи. Кто откуда? Давайте быстренько. Кто откуда, с какого города? Рассказываем. Спасибо за подписочку. Приветик, приветик. Спасибо большое, приветик. Приходи, поиграешь, братишкина. Заходи. Спасибо большое, очень приятно, спасибо. Я люблю музыку, то есть у меня любое дело начинается с музыки, это прекрасно. Спасибо. Спасибо за подписку. Thank you, thank you for present. Thank you a lot. Музыка, я меломан. Я люблю разную музыку. То есть, в зависимости от состояния, я могу ее прокачать ее на то, что у меня будет там рэп, я не знаю, метал, рок и так далее. Могу очень грустно, могу джаз. То есть, там без разницы для меня. И главное, чтобы был позитив, настроение. И самое главное, приятно по душе. Доброе утро, приветствую вас всех. Good morning. Where are you from? Introduce yourself, my darling. What are you? Thank you. Nice to hear about this. Thank you. Приветик, Владимир. Как делишки ваши? Как настроение? У меня все супер, все замечательно. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Кремушка. К сожалению, нет, я сама не пою. Я будущий врач, да. Город Алматы, с вами на связи, приветствую. Я люблю тебя. Thank you for following. Thank you a lot, my dear. Направление общей медицины, я буду терапевтом. Bonjour. Good morning. Приветики, приветики. Hi, hello. Ты и я. Лето, 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 это мы запомним, милая, я люблю тебя. Пока не надо, я еще не врач, поэтому пока что не нужно, я могу просто помочь. О, коллега, супер, в каком вы направлении? Приветствую, город Алматы на связи. Наверное, можно было бы попробовать, не знаю. Ну, я не считаю, что у меня прям хороший голос. Хорошо, психолог, окей. Для меня отсвечивает немножко, пока не прочитаешь так. Психология. Какое именно? Доброе утро, доброе. Thank you for your follow. Что попробовать? Играешь, но, увы, в мою игру. Не заметили с тобой. Коллега, все супер, отлично. Как ваше настроение, как делишки? Взаимоотношения, то есть больше семейные. Да. Вы больше работаете с парами, да? К вам больше приходит молодежь или больше такие уже статные? В таком семейном положении. Hello, hi, glad to see you, good morning from Spain. It's great, I'm from Kazakhstan, Almaty, glad to see you. Город Алматы на связи. Я не психолог, ребята, я не психолог. You've danced, что расстались.
Спасибо за подписку. А, 30 до 40. То есть у них уже возраст, плюс у них уже дети, семейное положение, дети вырастают, и у них вот это вот все. Так, отлично, это классно. Спасибо за розочку, Салматы. Классно, я рада вас видеть. Доброе утро, мир. И каково работать с людьми с таким возрастом? Мне вот интересно, просто у меня есть знакомые, которые работают с молодежью, и мне интересно послушать вашу версию, каково. Ну, сложно ли, что там есть конфузы? Ну, конечно, это сложно объяснить в двух словах, но просто. Ой, thank you for your follow, thank you a lot, hi, Рустем, очень рада вас видеть. Конечно, никнейм у вас другой. Доброе утро, hello, hi. Thank you for your role, thank you. Понимает лучше. А, ну, значит, у них восприятие лучше. Кстати, да. Ну, блин, все равно. Мне кажется, немножко трудновато, потому что они воспринять воспримут, но будут считать, что лучше знают. Ну, не все, конечно, но да. Согласна, хорошо. Буду знать, спасибо. Спасибо большое, Амир. Hi, hello. Чем занимаюсь? Я студентка. В данное время подрабатываю, потому что лето, и отдыхаю параллельно. Ну, конечно, Юнцы, конечно, да. Вот просто мне стало интересно, каково это. Я слышала многое, и вот интересно. Приветик, приветик. Hi, hello. Thank you for your follow. Thank you. Приветик, спасибо за подписки. Город Алматы. Потому что, знаете, психология... Вы сколько обучались на психолога? Скажите, мне интересно. Потому что у меня, знаю, что 4 года обучаться, да, вроде на психолог. Плюс повышение квалификации, это тоже как бы типа пожизненного срока. Да, тоже всю жизнь. Здорово. Thank you a lot, nice to hear. Thank you, поздравляю, thank you. Сколько мне дадите, мне интересно? Да, конечно, край света. Hello, hi. Приветики, приветики, рада вас видеть. Откуда вы, представьтесь, рассказываете? 18, 19, 16. Нет, ребят, нет. Серега, спасибо большое. Давай, хорошо, дня, смотри, рад был пообщаться. А, да, 18 есть, конечно. Thank you. Спасибо большое. Да, такая наука, знаете, все изучить нереально. Спасибо большое.